подаяние часто является откупом от ваших неудач, черной полосы, безденежья, да, невезения. То есть, когда идет попрошайка, я не знаю, на шоссе, да, у машины, у церкви, может быть, бабушка просит, либо цыгане, либо еще какие-то попрошайки просят милостыню, то нужно всегда дать, потому что это откуп. Это откуп, не просто так вам это попалось на пути, и неважно, что вы думаете про них, как вы их оцениваете, отдайте, просто отдайте. Особенно у церкви, особенно в дороге, когда кто-то к вам неожиданно подходит попросить что-то. Вот эти моменты обязательно сделайте. А у церкви очень часто бабушки колдуют, даже если они выражают себя как бабуся, которая просит на хлебушек, она может заниматься черным колдовством, забирать от вас какие-то дары, молодость, красоту, еще что-то, захочет к вам обязательно прикоснуться, сказать, будьте осторожны, и когда вас спрашивают у церкви, посчитай мне купола или поставь мне свечу, пожалуйста, я не могу, никогда старайтесь этого не делать, не берите ничего из чужих рук и не выполняйте странные просьбы.